О Пресвяти, Преблагословенни, славни, Владычица наша Богородице и Преснодеве Марии, с умилением сердца сокрушенным помолимся. Пресвятая Дева, Мать Господа нашего, Иисуса Христа, я же весь и рождение Сестра Матери и Сяда, помилуй рабу Твоим правду на память, и помоги, счастье да разрешится бедствием благополучным, о всемилости Владычице Богородице, я же не потребовала если помощи Твоей. Подай помощь Тебе, Бедный, помощи требующему и пасть на Тебе. Дай Богу благословение, счастье и блаженство, и любимое, как и все в нити, в свет мира всего в Тобой, благотворенное время и умного света в свете крещения Рабом и Духом. Тебе припадай, Мать Бога Вышнего, помоги молящимся будь и быть и матерью, умоли воплотившегося из Тебе Христа Бога нашего, да вреди силой своей слышим. Я поддержал его благословенно и препроставленно, чтобы начальник полноценный поступил на Тим, и же он порядочен Духом и Христом и Тебе Богу. Господу помолимся. Господу помолимся. Господи Иисусе Христе Господа, подвеличь нас на земле сильнее, прежде веков и в последние дни благоволением, и содействием святого Духа и с Богом рожденным Духом. О Пресвятые Девы, яко младенцу, повинно, и положенного ясли, сам Господи, начали сотворили человека и шину сотворили. Запредам ясности молится, наполнится телом, помилуй пылицы милости, работы и правды на камень, да пришлодите по заповеди Твоей, прости вольные и невольные грехи, благодатью Твоей данную силу, благополучно разрешится время, что сохрани с ним, и младенца восправи, и благополучие враги, и ангелы Твои не сохрани, а ты неясный молчистый, муку Твой, лукавую пусть и Бог избави, а всякие вещи злые, я бы благ и человек любит Бог и сил, тебе святые славу посылай, Отцу и Сыну и Святому Духу, Святому и Христу, и Тебе, Господи. Аминь.